понравилась песня девчонок из группы «Живые», и стало как-то вдруг интересно, быть может, я тоже стану известным, написав эту песню. Грустно бывает очень часто, говорят, у мужчин в это время кризисный возраст. А тут увидел создание с горящими глазами, душевными песнями и красивыми голосами. И стало вдруг интересней, интересней жить. Стало мне интересней, интересней жить. Тронуло сердце, появилась улыбка. Захотелось взять гитару и написать эту песню. Стало вдруг интересней, интересней жить. Стало мне интересней, интересней жить. Спасибо, девчонки живые.